Карельский пожарный уже получил медаль за отвагу. Награду от президента России Илье Ищеулову из Кондопоги вручили на ежегодном сборе МЧС Республики. Илья Ищеулов работает пожарным почти 17 лет. В июле 2019 года он руководил тушением сильного возгорания в одной из кондопольских квартир. Тогда под его командованием пожарные спасли 13 человек. При этом сам Илья в одиночку, рискуя жизнью, вынес из огня хозяина горящей квартиры. За это и был удостоен государственной награды. По итогам года отметили и других сотрудников ведомства. Всего за прошедший год они потушили почти 1700 пожаров и спасли 590 человек. В целом работу главного управления, как я уже ребятам сказал, что я считаю, она была удовлетворительной, положительной. Роста пожаров у нас не было допущено. И если говорить о гибели, то тоже роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не было. Материальной ценности у нас спасено намного больше, и человеческих жизней нам, слава богу, удалось спасти тоже больше. За прошедший год также удалось укрепить материально-техническую базу спасателей. На ежегодном смотре управления МЧС по Карелии получило сертификаты на новое оборудование, в том числе и на новый специализированный катер «Сапфир» для аварийно-спасательных работ.